убил брата и считал, что он должен был погибнуть, а погиб почему-то младший брат. И, значит, он подошли женщины, спрашивают, а что вы здесь смотрите? Его товарищ говорит, а здесь вот у моего друга, брат старший, похоронен. Через полчаса вся деревня со столами, табуретками, значит, самогоном и всем остальным отмечали поминки. И так продолжалось много лет, пока вот в последнее время его депутаты Государственной Думы не перестали туда. Он страдал от того, что не мог. Он до безумия любил свою жену. Вы знаете, это была такая красивая пара. Он, ну, это просто, а как он любил свою жену? Вот он прижмет, показывает в своем центре академическом, показывает фотографии Нобелевских лауреатов. Но при этом говорит, какой он у меня хороший, какой он у меня замечательный. И так же он любил сына. Я ему как-то сказала, Жорж Иванович, ваш сын был вот таким, когда я брала вас первое интервью. Он говорит, Белочка, но он сейчас вырос, стал большой и, может быть, не совсем оправдал надежды на научную деятельность. Но он мой мальчик, я его люблю, я его очень люблю. И вы знаете, вот это слово «я его люблю» сопровождало постоянно. Он любил науку и отдавал себя всего. Вот я сегодня слушаю. Ни один человек не сказал, сколько горя принес ему политехнический, сколько горя принес ему физтех, когда его не избрали директором. Вы знаете, вокруг него постоянно личности, всегда очень трудно держаться, потому что всегда есть и зависть. И вообще масса нехороших чувств. Хотя Жорж Иванович был соткан из доброты. Это был удивительно добрый человек. Вот вы знаете, он соорудил лифт вот в этом. Вот говорили о его больших технических достижениях. А мне он первое, что показал в своем академическом центре. Пойдем, я покажу тебе лифт. Ну что, я лифта не видела, что ли, Жорж Иванович? Он говорит, нет, пойдем. Ну, мы вошли в лифт. С двух сторон стекла, толстые стекла, и лифт идет медленно-медленно, если нажать там какие-то кнопки. Почему? Да потому что он смотрит, вот там для отдыха, значит, помещение, он смотрит, чем занимаются его студенты, школьники. Ну, просто интересно, бегают ли они, прыгают ли они, читают ли какие-то книжки. Он хотел быть в курсе всего. И мне говорил, ну ты посмотри, какие у них лица, правда? Одухотворенные. Ну, вроде да, одухотворенные. Но для него это было явлением необходимым. Вот лифт специально был сделан для того, чтобы Жорж Иванович мог, спускаясь из своего кабинета, посмотреть, о чем заняты на отдыхе ребята во время перемены и так далее. И такого было много. Вот понимаете, говорить только о больших достижениях науки, это планетарный был человек, его знали во всем мире. Когда он начинал рассказывать нам, мы сделали очень много передач, и я горжусь этим, что телеканал «Культура» единственный, и вот наша «Карповка» единственная обладает таким материалом, которого нет ни у кого. Ни у одного канала нечего было показать по-настоящему. А мы сделали с ним очень... Он любил журналистов, в отличие от многих других. Почему? Потому что он понимал, что для того, чтобы наука продвигалась вперед, нужно популярно о ней рассказывать. Нужно привлекать к ней внимание не только властей, но и ребятишек. Вот там же, где была вот эта могила братская, рядышком был маленький городок. И, значит, они выяснили, что
в доме, там школа рядом была украинская, и в соседнем доме жил Йохан когда-то, давно-давно. И он тут же учредил, стипендии, да? Давайте немножко. Все. И он... Ты на ту сторону перейдешь. Чтобы они могли спокойно поступать и учиться, помня своего учителя. Хотя Йоффе никогда лично его не учил. Он еще студентом слушал. Меня видно? Он выбрал его в учителя. Я специально позирую. Главный учитель его жизни это был Йоффе. Просто вот это издалека, но это навсегда. И он очень переживал, когда в этом институте, в системе, я не слышала, Спасибо вам. Сейчас, секундочку, подождите. Пожалуйста, машина пропала. Да, да. По голосу узнал.
если останутся люди. Тронтин. Можно? Да, да, да. Что, быстренько добежим? Я не знаю, как это делать, Катя. Стою? Что, помочь? Я не знаю, металла, Светка, что-то камера. На столик побежал. Значит, придем. Вообще, там уже автобус ждет, надо. Идем. Поможем, чтобы не пройти. Mm-hmm.